Обалденные таблички. Осторожно, обрыв. Прям как наша жизнь. Сейчас. Мы прям на краю обрыва. А вот эти камни. Не бросать вниз, люди. Ну, то есть, когда ты уже наверху, внизу люди. Помни, что внизу люди, да? Да. Не бросай ничего, помни, да, что не надо, не надо их не это... Не надо бросать. Да. Спокойненько забрался наверх. Не бросай на них, да? Камни. Угу. Офигенно, да? Угу. Но обрыв не нравится. И самое интересное, тебе говорят... Осторожно, обрыв. Не вздумай это. Измениться. Не вздумай меняться. Осторожно. А ты около него. Это человек, летящий к депрессии. И потом это выход из нее. Это я. Как-то, видишь, как раз дно там, видишь, достичь дна и оттолкнуться от него. И потом не забывать, что когда ты наверху, не бросать камни, потому что там люди. Да. Или пока ты летишь, или пока ты летишь вниз. Не-не-не, когда ты поднялся, видишь, ты же уже поднялся, и не бросай камни. Нет, там, видишь, камни. Может быть, пока я летел, кто-то кидал камни. Да-да-да, смотри, видишь, пока я падал, к примеру, ну я, не я. Кто-то вот так вот сверху стоял, кидал камни. Ну, обязательно, конечно. Да. Помогал тебе. Да. Они, может быть, еще говорили, не падай. А я такой, головой об землю. Офигенные таблички. Они прям... Раскрывают суть жизни, вообще, да? Капец. Да. Просто таблички. Я сомневаюсь, что люди задумывались, когда... Вот о таком, по крайней мере, когда эти таблички делали. Они буквально их воспринимали. Можете видеть, как можно перевернуть простые таблички. Просто крутяк. Видите, как хорошо бывает падение до дна. Кстати, я бы сказал, что все туда падают. Просто кто-то сильнее об озимь ударяется. Потому что все люди, которые к осознанности приходят, они не с бухты-барахты. Зачастую им так хреново, что приходится падать. А сверху кто-то тебя посыпает камушками. Пойдем.